будет Новый год, скоро будет он, скоро будет Новый год, мы уже готовы почти. Значит, нам велено два лимончика. Так, мы его туда. Раз. Оп. Вот, друзья, вот они на свету. Хорошо видно. Они разного цвета, обрати внимание, один такой совсем желтый. Еще не готов. Друзья, как делается лимонный напиток? Это простой лимонный напиток, просто нужно нарезать с кусками лимона, можно отжать его. Со шкуркой? Я люблю со шкуркой. Так, хорошо. У нас очень ароматный лимон. С цедрой, со всеми делами, да. Так. И сахар по вкусу, залить с кипятком. Понял. Ну, если где-то вот такой графин отжатый, вот такое количество кипятка. Так. И оставить на какое-то время, чтобы настоялось. Ну, какое? Полчаса. Полчаса. Вот. Можно данный... листья мяты. Очень хорошо. Употреблять холодненьким? Холодненьким. Вот и гости, друзья. Вот и гости. Так. Это, видимо, гном у нас. Так. Как ты думаешь, Мишань, кто это? Ты в каком образе у нас? Это Питер Пен. Неужели Ленин? Эльф. Эльф могучий. Вот так, друзья, выглядит напиток на праздничном столе. Там просматривается апельсинчик. Если лимоны у нас растут свои, то апельсины просто из магазина. Так, речевка – это когда идет отряд. Тихо, подожди. И кто-нибудь кричит. Дружно все шагаем, ряд. Это первый наш отряд. Да, или там идет вожатый и кричит. Кто шагает дружно в ряд, а не хором? Пионерский наш отряд. Нет. Вот ты ешь копченую рыбу, сейчас накладываешь, которую Света коптила. Была такая речевка. Кто не горит, тот коптит. Да здравствует пламя жизни. Ребят, я не был таким активным пионером, как вы. Я хочу сказать, друзья, что можете и не коптить рыбу, но главное не коптить небо. Да. Пришел в твой дом у самого Тихого океана, чтобы лично передать тебе поздравления с наступающим 2019 годом желтого земляного кабана. Какой барвинок, эльф тебе сказал? Эльф. С ушками. А ушки мы уже поняли, что ушки у нас свиные. Какие именные? Свиные. А, свиные ушки. И поэтому получается, что это... Хрю-хрю, будет... скажи. Хрю-хрю. Но пока я весь не бела, 5 минут уж пролетела, Новый год, часы 12 бьет. Новый год настает. Вы видите хирургическую операцию по разделыванию индюка. Когда-то копченого индюка. Он был куплен копченым, после чего его сварили. Можно сказать так. Он теперь варено-копченый. Срочных дел.